Доброго времени суток, друзья! Я сегодня нахожусь на пляже в Пинедо, в Валенсии. И хочу рассказать о двух основных правилах, которые нужно соблюдать при купе на пляже в Испании. Ну, основное правило нужно обязательно запомнить. Когда вы идете на коп, нужно обязательно иметь целлофановые пакеты. Для чего? Ну вот вы начали искать, там что-то запищало, засвистело, вы нашли, например, какой-то мусор. Вам он не понравился, и вы его решили опять выкинуть на пляже на песок. Этого делать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что нужно обязательно положить мусор в пакете. Что происходит? В это время, если вы выкидываете мусор обратно на песок, подъезжает полицейский и вас просто штрафует. Следующее правило. Это когда вы тоже идете гуляете, ага, запищало, и начинаете копать в песке. И выкопали яму. Обязательно, после того, что вы нашли, если эта яма глубокая, обязательно возьмите ее, закопайте. Потому что увидит полицейский, опять оштрафует. Вот эти два основных правила запомните для того, чтобы не иметь проблемы с полицейским. Если их соблюдать, в принципе, копать на пляже, это безопасно. Ну вот, ребята, что я хотел вам сегодня рассказать. Желаю вам всем удачного копа, до следующих встреч. Я так думаю, что я уже буду освещать вам в следующий раз. Это уже коп в Испании, в горах, в полях. Уже будем возвращаться к этим темам. Ну что, еще раз повторюсь, удачного копа всем, друзья. До свидания.